Три минуты о загородной жизни. Сергей, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, и чем мы порадуем нашего зрителя в августе? Утро на Енисее. Надежда Семендяева. Сергей Богатский, три минуты о загородной жизни. Думаешь, порадуем? Мы озадачим. Потому что в август месяц такой, когда нужно много-много поработать на даче, чтобы в следующем году было все красиво и хорошо. Так что же делать-то мы будем сегодня? Вот я, видишь, перчатки не могу одеть. Будем делать сегодня, пересаживать лилии. А как же мы это делать будем? Лилии можно пересаживать в течение всего сезона, сразу говорю. Независимо от того, цветет она, не цветет, ей ничего не будет. Ну вот смотри, дорогая моя, мы берем совершенно спокойно, выкапываем лилию. Вот они. Начинаем нашу грязную работу. Совершенно спокойно. Можно взять это все и не трогать. Но мы сейчас это разделим, потому что я хочу показать, как правильно посадить лилию. Мы копаем яму на глубину сантиметров 20-25, не вопрос. Дальше на дно ямы мы обязательно насыпаем песок. Зачем? Для чего? Для того, чтобы наша лилия не вымокала, если вдруг начнется, ну, много влаги будет. Вот. А дальше мы берем наши растения, разрываем. И что мы здесь видим? Вот молодая лилия, да? Мы ее можем отдельно посадить. Вот молодая. Пожалуйста, отдельно. То есть это уже новые растения. Мы сейчас это устанавливаем на песочек. Новые чешуйки мы оставляем тоже в земле. Пусть они себе растут. Подсыпаем еще песка и дальше закрываем все грунтом. Луковица должна быть на глубине сантиметров, наверное, 10-12, ну не более 15. Почему? То есть, короче говоря, три глубины. То есть, если луковица у нас вот такая, значит, мы ее сажаем раз, два и три. Вот на такую глубину. Почему это? То есть, ну, для того, чтобы хотя бы она не вымерзала. Сергей, вот вопрос у меня. Скажите, а что еще можно пересаживать в августе безболезненно? Какие еще культуры? В августе безболезненно пересаживать можно практически все, потому что август – это как раз тот самый период, когда можно совершенно спокойно все пересаживать. Я, например, лилейники пересаживаю в любое время. В августе, в июле. Мне совершенно плевать, как говорится. Они хорошо приживаются. Вот. По крайней мере, я сразу вижу результат. А не так, что ой, когда это случится, да? Я сразу вижу результат. Поэтому у меня все сухие палки прирастают, все лилейники растут, лилии растут. И это три минуты о загородной жизни. Да, свою порцию мудрости мы получили. Сергей Богатский. И Надежда Семендяева. Пока. А вам больших урожаев. Три минуты о загородной жизни.